Приветствую вас, интернациональная аудитория. Мы продолжаем наше путешествие по острову Икория, и на пути нам встретился фонтанчик с питьевой водой, сложенный с отходного материала. То есть кусочки, обрезки стола, обрезки подоконника, чего угодно может быть обрезок. И вот с таких обрезков, если строите определенную фактуру стены, она очень красиво смотрится. Посмотрите, пожалуйста, как можно строить с местного камня и краплением отходного материала. Ну, здесь должен быть мастер с определенным складом ума. В этом колодце есть вода, и он двухсторонний. Как на эту сторону есть вода, так и на ту сторону. Видите? Я не знаю, для чего это сделано. Больше можно облиться. Вот, зато хорошая колоночка. Тут можно руки помыть, я не знаю, она может даже питьевая вода. В этой колонке использован интересный прием. Каждый камушек надрезан, сделана шероховатость камня. Резанный камень, который потом просто делается шероховатым. Мастера здесь на Икории создают шероховатость. Просто берут болгарочку и круг по камню и прорезают. Это сделано на совесть, с любовью к камню. Мои мастера там стараются как-то обработать лицо. А не надо обрабатывать лицо. Просто делать контуры камня, скелет камня. То есть нижняя постель, верхняя постель. И класть. Делается расшивочка. Все это смотрится очень и очень красиво. Строить можно с любого камня. На Икории свой каменный почерк. Много плоских камней. Есть и просто камни, скалы. Но в основном строят с пластушек. Это как символ острова Икории. Лицевые стороны пластушек. Это тонкие ребра пластушек. То есть вся часть камня уходит вглубь на страховку чего-либо, что вы там делаете. В основном мы видим тонкие ребра камня. Они похожи на слоистые камни. За счет того, что они положены вглубь, переплетаются вглубь, стоят такие стены очень и очень долго. Возможно, и вам что-то захочется сделать с отходного материала. Также сам можно построить, вставлять эти обрезочки куда-нибудь, вкладочку в доме, на кухне, сделать вот что-нибудь с камня, и это будет очень красиво. В заключение скажу, состоятельные люди, стройте из камня, мастера, зарабатывайте.